Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Zimbabwean Kufaizer, где Onyx Channel. Да, эта гифка была, это, естественно, не я сам рисовал, это был фанарт от Алены. Господи, боже, почему я забыл имя человека, который я только что смотрел? Алена Петрова, да, причем такую фамилию простую забыть. Да, за что и огромное спасибо. Потрясающий арт, конечно. Потрясающая гифка, мне очень доставила. Мне вообще доставляют такие вещи в стиле какой-то игры, да. В стиле, тем более, там, финальных титров. Вообще потрясающе просто. Не знаю, я очень падок на такие, вот на такие арты. Хотя и другие тоже есть шикарные. Окей, ребята, поехали. Поехали за Айзека, поехали. Нет, на нормальной сложности. Не хочу я на сложной сложности. Так, у меня открыты все персонажи тем временем. Я даже не обратил на это внимания. Вот эти вот значки. Вот кто видит, ну все видят, наверное. Слева над Win Streak такие три значка в, на листочке. Типа сердце, крест, звездочка какая-то. Это обозначение того, прошли ли вы этим персонажем сердце мамочки, Шеол... Что-то еще. Ну, короче, обозначение зон, которые вы прошли. То есть финальных боссов, каких-то ключевых боссов. Насколько я смог понять. Окей, поехали за Айзека. Первый заход. Все-все-все, побежали. Ас, Сильвер Валрус, Андрей Ф, Сайлент Стоун, Мистер Сталкер Дарк, Данила Литвяков, ZX Channel, RC Crawler, Ясь Сквирл, Никита Харламов, приветствую, Амброзию, добро пожаловать, Озу, привет. Привет, Ник, сегодня собрал Лорда Мух, Флай Лав, плюс артефакт на Больших Пауков и Мух и Паразит. Поздравляю тебя. Поздравляю, бро, это хорошая комбо, определенно. Это совершенно точно хорошая комбо. Да, если у меня все получится, ребят, получится то, что я задумал, то вскоре вас, возможно, ждет один весьма необычный, но интересный челлендж. Но пока что это надо испытывать, додумывать, обдумывать и приспосабливаться. Стоп, назад, а чёрт. Я видел там синий камень. Я не могу перестать называть его Тинкерстоун, потому что он называется Тинкерстоун. Никакой не синий камень на самом деле, а Тинкерстоун, катаны. Да, кстати, вот еще один. Давай, давай, подам. Попой! Не попой, попой! Попой! Вспоминаются эти маленькие миньоны. Про которые, кстати, про миньонов собираются мульт снять. Называется, не поверите, миньоны. Откроется тайна их появления, я так полагаю. Из гадки я, миньоны. Все эти маленькие, которых мы так любим. Так, что у нас здесь? Что у нас тут? Что у нас там? Дайте рискну. Ну что, серьезно, игра? Ты меня теперь вот так вот, да? Черт, я вообще рассчитывал на бомбы, конечно. Но, блин, попытаться тоже можно, нужно. Привет, Андреечка, добро пожаловать на стрим. Челлендж 15-й. Нет, не был. В топку челленджа. Мне не нравятся челленджи в этой части. Они по-дурацки сложные, абсолютно идиотские. Ну, возможно, это моя проблема. Возможно, я привыкну к игре, и все будет нормально. Так, о, нет. О, нет, сюда я не хочу. Совсем не хочу. Так, вот это вот, товарища. Все. Все, проблемы больше нет. Курящий из окна начал снимать реберс. С чем я его тоже поздравляю, если... Ну, вряд ли он смотрит это на Ютубе, но, скорее всего... Ой, на Твиче вряд ли ты смотришь, курящий. Но, скорее всего, ты смотришь это на Ютубе и... Поздравляю тебя с началом цикла. Извините, ребята, одну минутку. Хорошо, ребят, продолжаем. Дионис, как ты относишься к седьмой части Звездных войн? Знаешь ли ты, о чем она будет? Если нет, могу рассказать последние сведения. Абсолютно наплевать, как... Вот как мне было наплевать на первые шесть частей,
Так мне абсолютно наплевать и на седьмую. Не смотрел, не нравится и не хочу. И я знаю, что сейчас у фанатов «Звездных войн», наверное, волосы встали дыбом на всех известных местах, но... Я фанат «Хоббита», «Властелина колец», а не «Звездных войн». Я не люблю эту франшизу, мне не нравится эта вселенная, мне не нравится, в принципе, космическая тема. Так что... Ну, в общем, вообще не интересует, никак. Абсолютно прохладное, абсолютно прохладно отношусь. Блин, какая неприятная комната, однако. Какая, черт возьми, неприятная комната! Твою мать, господи, простые мухи. Простые уродские мухи. Так. Кто бы знал, что мухи, блин, могут быть такой проблемой. Но когда их, не знаю, штук 30, это действительно геморрой. Так, монета, плохо. Нужен ключ. Ключ нужен. Бомбы нужны. Главное, не зарядился гейм... Да чтоб тебя кони дрючили. Не зарядился геймкит мой любимый, который, блин, мог бы выручить меня. Посмотрите, сколько здесь тинкерстоуна. Посмотрите, сколько здесь синих камней. Я столько не видел никогда на одном уровне. Так, умри, пожалуйста, и ты, пожалуйста, умри. Так, что это есть такое? Я знаю, что это точно есть на Википедии. Да, вот оно. Так... Mom Slack will now randomly appear and stomp down in the room. Similar to how did it... Так. At least... как папочка длинные ноги. Но... Типа реже, что ли? Так, она может и меня. Она может и на меня наступить. Нет. Тринкет, который может навредить мне, идет к черту. Ауди. HP up. Ну. Я не знаю. Мне ничего не дают на этом уровне, ребят. Дайте попробую пойти. Сейчас посмотрю, сколько у меня сердец валяется вон в той комнате. Может быть, есть смысл сходить в комнату с шипами. Пол сердца всего лишь. Ну, давайте попробуем. Блин. Трололо. Ох, трололо. Да, ребят, на Забугорной Вики сейчас мало информации. Не думаю, что она вам поможет. Вообще. Скину, как бы, конечно, сейчас в чатик, но вряд ли вам это поможет. Как я дропнул, на геймпаде это правый триггер зажать. А на клавиатуре Ctrl, вроде бы, вот как пишут в чате. Так, что у нас здесь? Кейвс 1. О! Все, будем помирать. Помирать мы будем. Мы будем помирать. Наверное. О, ну, один скукожился, по крайней мере. Так, он делает это через полкомнаты. Я надеюсь, он делает это так же, только влево и вправо, и не делает этого вверх и вниз. Потому что в противном случае у меня серьезные проблемы. Ну, в принципе, с этим боссом проблемы. Я надеюсь, что игра компенсирует мое унылое комбо чем-то прям очень мощным и там вообще лютым. Left hand. Я полагаю, что... О, сразу два тринкета. Так, снова отвлекаемся на Википедию. Это как в старые добрые времена, когда я начинал играть в Айзек. Я отвлекался на Википедию постоянно, во время записи. Обрезал это. Это было весело. Так, когда Айзек получает дамаг, есть шанс получить геймкит эффект. Так себе. Рука. Где рука? Я видел руку. Я здесь видел руку. Я могу посмотреть артефакт, пока течет мой любимый кетчуп. Replaces chest spawns
with red chests. То же самое, тот же самый эффект. А, нет подсказки. Так, монета. Никс, у меня такой вопрос. Какой у тебя была самая неубиваемая сборка? Боже, одно окончание, как сбивает. У меня, например, неуничтожаемости близнецы. Poison Touch, лист, как Марио, который в статую превращает. И... Cube of Meat, по-моему. Не то чтобы неубиваемое, но я был бессмертен на короткий... Как, ну, я был бессмертен, если останавливался. Такие дела. Так что, вот, пожалуй. Пожалуй, оно. Ну, это самое такое беззаботное комбо. А вообще, я собирал на прошлом стриме комбо из ножа, квадшота и паразита. Вот это было, да. Это были 4 ножа летающих. Ты до этого комбо, пока я не поднял нож, комбо просто лососало тунца и не представляло себе ничего приличного. Ключ! Господи Иисусе, спасибо. Сидёникса, ну... Да, очевидно. В левом верхнем углу написан сид. Вот эти 8 символов, это сид. Если вам нужно, пожалуйста, пробуйте. Вряд ли вам это поможет. Кастет! О, тулшот. Кастет, это хорошо, кастет я еще не поднимал. Неуничтожаемость есть то, что стоишь и не получаешь урона. Ну, знаешь, здесь может быть и не один артефакт, который такой эффект. Ну, вообще, неуничтожаемость дает. Или неуязвимость. Эт. Хоу. Мало хп, мало хп. Я просто не отрицаю, что... Ну как, не исключаю, вернее, что такой эффект может давать несколько артефактов. Отлично. Так. Спидап. Ну что же, спидап — это хороший бонус. Совершенно точно хороший бонус. Да, кстати, я геймкидом, наверное, пополню себе хп. Так, ну давайте к боссу, потом... Тьфу. Нет, геймкид не пополняет мне хп, рейндж-ап. Беда. Дилемма. Взять кошку и попробовать собрать кота или... Нет, я возьму вот это. Я возьму вот это и буду собирать синие сердца, потому что, например... без кошки, например, я могу жить, а вот без здоровья и дамага как-то уже тяжелее, поэтому... разумнее будет это взять. Привет, Ктулху, добро пожаловать, Дримерок, привет, Гетик, привет... оттенок кирпича, приветствую тебя тоже, Дракар. Добро пожаловать. Сид писать, когда выбираешь персонажа, там написано press tab to enter. Ну, короче, нажмите tab, чтобы ввести сид. Ты заметил, как внезапно стала уходить неуязвимость в виде народия и приставки? Нет, если честно, я не обращал на это внимания. Если ты про вот эти Invisible Frame, да, после того, как ближе к концу действия артефакта, то да, именно это я заметил. Если ты это имеешь в виду, простите, я заговариваюсь, меня немножко шторит от кофе с Red Bull'ом. Вот, такие дела. Но в целом это просто немножко другая механика, я думаю, привыкнем. Привыкнем абсолютно
абсолютно скоро. Не вижу в этом какого-то... чего-то плохого, каких-то минусов. Так, ящик сначала не буду открывать. Который сундук. Который ящик. Который все же еще сундук. Просто потому что... может телепортировать или добавить врагов. А это... кому оно надо, согласитесь. Так, быстро в магазин. Дилемма. Жопа дилемма. Донейшн машина рулит. Рулит и педалит. Доброе утро, Притимяут. У меня уже не утро, у меня уже 5:30 вечера. Так, всего за 5 сердца. Вау. Вау. Пожалуйста, игра, дай мне какой-нибудь мега-артефакт. Или ни хрена, тоже вариант. Вообще, ни хрена это лучшее, что вы можете найти. Ни хрена не навредит, ни хрена не даст вам никаких преимуществ над игрой. Ни хрена лучшее. Так, бомбы, ключик, сокровищница, бин. Не мистер, поэтому не рулит. Окей. Сегодня заметил то ли баг, то ли так и должно быть, но скапулар за вопроса и в 100% случаев дает синее сердце, когда получаешь урон и остается половинка сердца. Сегодня так затащил легко и открыл D6. Я думаю, оно так должно работать. Я думаю, это фича, не баг. Так же, как та синяя штука из магазина и лапка Гапи, например, пополняют... можно пополнить себе максимум контейнеров сердец. Просто встретить среди 450 артефактов именно эти два вот на одном уровне, я думаю, шанс просто небольшой. Хотя, насколько мне известно, Мирозуки это делал, и мне это попадалось. Так что... может, позже шанс будет уменьшаться за счет... блин... маленькие зеленые контрацептивы. Эй! Эй! Что за хренотня? Это мне так везет или что? Они же не все такие, эти грибочки. Я в этом совершенно уверен. Так, ключ. 2,5 сердца. Ужасная комбо, просто ужасная. Да твою мать, еще летаю медленно, все плохо. Так, умри, пожалуй. Блин, красность. Зачем мне красное сердце, игра? Ну что ты издеваешься? Вау! Вау! Вау просто! Привет, Лерой Дженкинс! Добро пожаловать на стрим. Так, ключ. Босс! О, ну это, слава богу, простой босс. Я тоже могу огрести, но босс простой, поэтому... поэтому просто позор и порицание, если я огребу здесь. Ну и с другой стороны, я сам виноват. Я все красные сердца сам отдал за артефакты и нефиг жаловаться. Так, снэк, HP up. Уже кое-что. Уже кое-что. Никс, будет скидка на Айзека? Нет. Проспали вы скидку. Была скидка тогда... вау. Скидка была на предзаказе, если, вы, если у вас был оригинальный Айзек. А сейчас все, ждите там с полгода, пока там игра подешевеет.
Может быть, новогодняя скидка будет. Процентов 10. Может быть. Может быть. Но я бы на вашем месте не надеялся на скидку и брал сейчас. Ну, то есть, если хочется поиграть сейчас, а не через пару месяцев, например. Оу, oh yeah. Ключик. Skeleton Key. 99 ключей. Никогда еще не поднимал реберс его. Так что, новый артефакт в коллекции. Вау. Ого. Ого. Еще и по центру шпарит. Неприятная муха. Так, ключик снова. Сколько игра стоит? 350 рублей. На мой взгляд, вообще ни о чем цена. На мой взгляд, 350 рублей за Айзека — это 500 часов геймплея. Просто подумайте, сколько это. 500 часов. Это если вы хорошо играете 500 часов. Так что... Так, меня пустят на битву с боссами, с баусами. Оу-оу-оу, тихо. Ради вас, катаны, исключительно ради вас. Мега Фэти. Вау. Вау. По-моему, этого зовут Мега Мью. Ну, комбо у меня так себе, поэтому я не удивлюсь, если я проиграю ему. Да и не расстроюсь, в общем-то. Ну, я знаю, где у курящего паника будет. О, черт. Это босс. Это такой босс второго уровня. Такие вот тут боссы, да. Теперь эта игра болтов не пинает. Теперь в этой игре боссы реально боссы. Стоит ли покупать дополнение для Айзека? Какое дополнение? Для первой части? Да, для второй его еще нет. Так что... Если ты думаешь, что Rebirth — это дополнение, то ха-ха, это не дополнение, это новая игра. К черту челленджи. Все, каждый из 20 челленджей идет коту под хвост. Потому что не нравятся мне местные челленджи. Не нравятся.
Это ужасно, ребят. Это ужасно. Что это было? Надеюсь, смерть программиста, который делал хайлайты. Очень надеюсь на это. Нехорошо так говорить про людей, но он не человек, поэтому все нормально. Представьте функцию, у которой две кнопки. Всего лишь две кнопки. Не три, не пять, не десять. Две. Даже не одна, две кнопки. Всего лишь две гребаные кнопки. И она не работает. Она по-человечески не работает. Знали бы вы, какими изощренными способами приходится работать, чтобы нарезать, просто разрезать видео. Просто на куски его порубить. Это вот, вот если бы вы знали, вы бы не захотели этого делать. И это из разряда даже не спрашивайте, как я до этого допер. О, антигравитационные слезы, отстой! Чё? Господи, там муха была или что? Я не видел ничего. Так, сокровищница. Holy Mantle, Holy Shield. Это значит, что теперь Якубович бесплатно всегда. Так, мне нужно... Мне нужно немножко денег. Я знаю, что я откачиваю, если есть такое слово, свою донейшн машину, но, блин, мне нужны деньги. Окей. Господи, с таким уроном проходить... В этой части, по-моему, еще хуже с уроном. Особенно вот в таких комнатах, где есть миллион врагов. Да давайте помирайте уже. Блин, маленькие, милые фекалии. Вы мне не нравитесь. Боже, помирайте, вас так много. Так много экскрементов. Почему эта игра любит экскременты? Почему все, ну, почему все коричневое, я понимаю, но почему? Блин. Нет, мне действительно интересно, почему здесь так много экскрементов. Я не устану об этом говорить. Это нифига не нормально. Это, конечно, Айзек, но даже для Айзека это что-то не то. Окей. Окей, окей, игра, хорошо. Ты хочешь, чтобы я страдал? Я буду страдать, но потом я заставлю страдать себя. Ну, отлично, руки. А еще этого захода не будет на YouTube, потому что... Ну, потому что вот, как бы, такие дела. Просто потому, что его не склеишь ни хрена на Твиче. А OBS не записывает файлы. Там есть функция записи, но не ведитесь. Это чушь, не работает с файлами нормального размера. Если вы захотите записать 3 секунды видео, все хорошо. Но если вы хотите записать 3-4 часа стрима, она их скрашит. У меня 2 видео на 10 часов и на 5 часов, и они дохлые. Я жаловался на это в группе, я жалуюсь на это сейчас, потому что... Стримы могли бы выйти, как бы, без задержки, наверное. Ну, как, без проблем. На YouTube. Возможно, даже с какой-нибудь заставкой. Но нет, как бы, фигу там. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Да чтоб тебя. В общем, не верьте, не верьте, OBS не умеет записывать.
Хорошо, к боссу. Да ё-моё. О, кстати, у меня же 99 ключей. Это все, это хана. Это конец. Так, ну меня, походу, хотя бы вот эти шипы не дамажат. Но от этого не легче, нифига не легче. Да, меня они не дамажат, это хорошо. Давай, вот, тихо. Так, теперь это становится серьезно. Почему он стоит? Я хочу, чтобы босс что-нибудь делал. Yeah, science, bitch. Оу. Оу. Какого черта? Фу, all stats up. Замечательно. Менее замечательно. All stats up, теперь это серьезно. Башку Крампуса хочу. Она жжет напалмом. Ау-ау-ау-ау-ау. Еее. Так, здесь у меня, по-моему, один юз остался, да. Так, глава Крампуса предпочтительнее исключительно по одной причине. Она наносит чертову тучу урона. Так, давайте попрошайки 2 цента. Нет, нет, ничего не дает. Ладно, давайте поищем что-нибудь еще здесь. Да, кстати, разработчики в курсе некоторых проблем, и разработчики уже, я так понял, скоро планируют патчи выпустить. Ну, по крайней мере, хоть когда-то они его планируют сделать. И, ну, конечно. Естественно. Естественно, меня телепортируют из комнаты. Хотя это лучший вариант, чем битва, например, за какую-нибудь чушь. Эй, ты, эй, ты, эй, ты, эй, ты, эй. Блин, не хочу становиться. Оу, е. Так, вниз. Ой, эти ребята. Ой, эти ребята. Нет. Да. Ну, в общем, я вам показал антигравитационные слезы. Может, когда-нибудь возьму их еще, который... В эпизоде, который пойдет под запись. Точнее, под... Оу, черт. А, на YouTube. А... Но больше я их брать не буду. Разве что это будет очень веселая комбо, и просто ололо, посмотрим, что будет. Никто не станет сознательно брать такую чушь. Оу, ес. Баночка с пилюлями. А, эксплозив диарея. Но зато я нашел секретку. Деньги, больше денег, богу денег, отлично. Томас Эльплей, привет. Добро пожаловать. У тебя, наверное, времени уже дофига. В Майнкрафт поиграешь? Майнкрафт через месяц-полтора будет, третий сезон продолжится. Не спрашивайте меня про Майнкрафт, когда выходит игра, которую я ждал. Вообще, если человек ждет игру целый год, не надо удивляться, что он потом в нее играет и играет и играет и играет.
Так, что здесь? Гапи стейл. Ой, гапис этот. Гапи лапка. Я хочу попробовать собрать гапи. Там есть еще ошейник, хвост и прочая ересь. Может быть, здесь будет ультимейт рерол. Умри, муха, пожалуйста. Блин, скорость полета снарядов бы немножко повыше поднять. И будет удобоваримо. Сейчас, конечно, все это очень напоминает фильм ужасов и... И мне не нравится это. Мне не нравится такое комбо. Вау, мне повезло, что он остановился. Я не успел отойти бы. Давай, помирайте, какашки. Какашки — это плохо. Не, ну как? Как плохо? Ничего хорошего точно, но... Ладно, я действительно не хочу развивать эту тему. Так, синее сердце. Давайте разобьем здесь, может быть, что-то отсюда выпадет. Напоминаю, что у меня 1 плюс 1 фри взято, так что есть смысл разбивать некоторые костры. О боже, адская комната. Где моя сокровищница, игра? Ты не даешь мне хорошие комбо, ты не даешь мне сокровищниц, не надо так. Да, кстати, кто-нибудь знает точно, чем отличается нормал мод от хард мода? Мне интересно. Эксплозив диареи. Хелзап, отлично. Я, конечно, буду играть в хард мод в любом случае, потому что в хард моде есть ачивки, и я должен это сделать. Ну и судя по тому, что Кобальт играет... Как, то, что я знаю, это то, что там... ну, то есть, в чем я уверен. Там больше проклятий, и они, возможно, чаще попадаются. Но что-то еще пока что мне неизвестно. Так, давайте возьмем, почему нет? Так. Дионис, как думаешь, на зимней распродаже будет скидка на эту игру? Если и будет, то очень маленькая. Если хочешь взять, бери сейчас. Не думаю, что ты много сэкономишь. Андреев, добро пожаловать на стрим. Добро пожаловать в подписчики. Спасибо тебе за поддержку. Держи, брофисты и бро. Welcome. У меня немножко голос севший, извините. Но я буду это делать, я буду продолжать это делать. Плохой анус, плохой. Фу. Даже знать не хочу, есть ли где-то хорошее. Yes, сокровищница. Это близнецы. Свой знак зодиака я точно узнаю везде. Близнюки. О, эти уродские маски. Ау, я думал, у меня есть... Я думал, у меня есть эксплозив диареи. Я думал ее заюзать. Выпилить их по-быстрому. Ну да, размечтался. Расстрелять. Yes. Вот так мы разговариваем с врагами здесь, в Калининграде. Вау. Это было серьезно, да. Так... Где моя пилюля? Верните мне мою пилюлю. Меня так и не поприветствовали. Привет, Козвадик. Возможно, ты пропустил. Я это делаю недавно. Если до реберс подписывался, то до реберс я так не приветствовал.
Дормер стоял просто пладен. Так что... Так что вот. В реберс я отключил плагин, дабы не было клеймов по поводу авторских. И теперь напиваю бро сам. Хорошо, давайте дойдем до магазина, возьмем там... возьмем там компас, по-моему, он тут был, да? Здесь есть компас, это отлично. Компас это вчера, это хорошо. Я на реберсе вчера. Может, я про слово почил, может, ты не заметил. Ха, капипа. Гаппи Калор. Так что мне нужно еще один кусочек. Насколько я понимаю, ошейник Гаппи участвует в комбо. Хаск. Его душу. Хаск. А, и еще кто-то. Нет? Отлично. Фух. Гаппи Пау. Гаппи Пау. Пау-пау-пам-па-да-да-пау-пау-пау-па-да-да-пау-пау-пау. Никса, я не бро, но ты же меня редко, но приветствуешь. Я всех приветствую, чьи ники замечаю в чате. Но для... О, кстати. Неплохая вещь, но нет. Для подписчиков, для сабов у меня особое приветствие. Но еще раз говорю, что я приветствую, вообще приветствую я всех. Я не разделяю прям так на два лагеря. Типа вот эти вот лучше, вот эти хуже. Если вы меня смотрите, вы хороший человек. Так, ну и к боссу. Давай. Я рискую, я знаю. Но лучше так, чем получать урон. Блин, это некрополис, кажется, все-таки. А, точно. Да, блин, я думал, он его убил. Вау. Вин. Не сказать, что затащили те, но вин. Фу. Давайте в чрево. Я не буду смотреть стрим Никса, буду плохим. Нет, ты просто не будешь смотреть мои стримы. Это не делает тебя плохим человеком. А где музыка? О, музыка вернулась. Эпический камбэк эпического саундтрека. Кстати, я сегодня сделал немножко погромче музыку, ну вообще звуки игры все. Потому что я слушаю вот два последние стрима, на первом, конечно, было на марафоне очень тихо. Ну не так, чтобы прям совсем, но достаточно тихо. А, вот, на втором чуть громче, сегодня должно быть оптимально, мне кажется. Так, ты. Да, кстати, слезы эти дают, по-моему, максимальный рейндж-ап, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. И кто у нас тут? Чап. Чаби-чаби-чап. Чаби-чаби-чап. Чап. Чаби, ты должен скукожиться раньше меня. Иначе я не я. Так, и вот ты, маленький гаденыш. Отлично, две бомбы.
Блин, здесь засыпает комнату, я не знаю, почему так. Отлично, минус. Что там? Что там? Что там? Что там? Умри, пожалуйста. Эй, да это же попрошайки. Два сразу и демонический, и обычный. Что, пацан, ты мне дашь что-нибудь? Спасибо, бро, ты мне открыл все секреты. Все секреты по карманам. Я гуляю с наркоманом. Нет, там было как-то по-другому. Я почти в этом уверен. Старая, старая песня. Хотя, в общем-то... Мне мой вариант больше нравится. Давай. Эй, хватит это делать. Хватит делать это. Вылазь. Вылазь и сражайся, как личинка. Привет, мистер корректор. Добро пожаловать. Наверное, неудобно антигравитационными слезами спамить. Да, неудобно, но я сам на это сознательно пошел ради людей на стриме. Я знаю, что я сделал что-то не так. Я действительно в курсе. И урона я не получил. Прекрасно. Там был доберман, Никс. Да это больше с сарказмом так. Я знаю, что там был доберман. Шутка юмора. Не сказать, что очень удачная, но шутка юмора. Вау. Вау, сколько вас тут. У меня диск глюкозы до сих пор есть. Даже больше того. У меня есть диск глюкозы, так что я знаю. И да, собаку перед ником совершенно не обязательно ставить. Better Twitch и так подсвечивает ники. Антигравити плюс Бримстоун равно Аквамен. Серьезно? Хай Priests. Замечательно. Или Priests, или Priests. Не знаю, что дает козья голова. Насколько я понимаю, открывает сделку с дьяволом всегда. Возможно, возможно. Мое предположение, потому что я как-то взял козью голову, у меня была закрыта сделка, я зашел, она снова открыта. Описание гласит, он принимает ваши, ну, your offers, да, ваши предложения, ваши... Ну, предложение, наверное, правильнее всего перевести. Потому что сделки — это deal, а... какие эти прыщи стали неприятные. Их стали, даже не прыщи стали неприятные, а комнаты стали с ними неприятные. Хотя, это не жалоба. Тем не менее, это не жалоба. Так, автомат. Он создает круг, когда он отжимает клавишу, оно выстреливает. Ну и чё плохого? Так, вернемся за белым сердцем, если я про него напрочь не забуду. Эй, почему это сломано? Почему он не дает мне двойные сердца? Хотя, возможно, это работает только... с этим самым. Когда целое сердце выпадает. Возможно, есть шанс. Я этого не исключаю. Шмайзика всем. Всем шмайзика от шустрого геймера. Ну, вернее, от меня, но пожелание от шустрого геймера. Так, давай. Оу, е. Спид плюс шот спидап. Вот. Вот что мне надо было. Они улетели, просто улетели. Я думаю, они сейчас проломят стену и пойдут фармить шоу без меня. Привет, Фокс, добро пожаловать. Я не игнорирую, я просто не вижу. Как говорится, вы говорите очень обидные вещи. Я никого не игнорирую, ребят. Если бы я игнорил, в этом всем вообще не было бы смысла. Вообще в стриме как таковом. Ну, в чате, окей. Я бы просто закрыл чат, если бы я хотел игнорить людей.
Вот. Вот, блин, вот минус карты. Хотите еще один минус карты? Я ни черта не вижу сейчас, что находится в правом верхнем углу. А там был противник. Это плохо. Эта карта, она мне не нравится с самого вот начала. Еще с предпоказов этих. С не спойлеров. Блот. Блоти. Блоти, блоти, блот. Блоти, блоти, блот. Сатана, да, изыди сатана. На-на-на-на-на-на. Братец Бобби, я так полагаю. Нет. Айзека ответ. Нет, ни за что. Ахаха, ну да, близнец близнеца игнорить не будет. Ты близнец? Клево. Надеюсь, у тебя нет брады. Надеюсь, ты не мой близнец, по гороскопу близнец. Потому что если ты близнец мой, то... то у меня есть пара вопросов. Ап, умрите, бластоцисты. Вы мне не нравитесь. Не нравитесь вы мне. И пилюльки. Bad guys. Телепилс. Ауе. Ауе. Но нет, я, пожалуй, пойду наверх, заберу свою карту. Свою карту и пойду, заберу еще белое сердце. Пойдем дальше. Здоровье у меня прибавилось в разы, меня это радует. И Крампус, ребята, если вы найдете Крампус Рейдж, вот эту вот голову в левом верхнем углу, берите, берите, она наносит мега дамаг. Просто мега дамаг. Так, что здесь? Монеты, бомбы, отлично. Бомб и монет мне как раз не хватает. Все, давайте идем дальше. Привет, Фандук. Или Фундук, возможно. Сюванс, привет. И снова я не вижу. Снова я не вижу. Ивнемих, нет. Эвнемич. О, нет, эти товарищи. Ты мне не друг, приятель. Ты мне не приятель, братан. Эти, вот это самый антибро. Это антибро. Я их буду звать антибро, потому что я без понятия, как они называются. Ну что ты будешь делать, а? Че у меня, здоровье резиновое или защиты дофига? Оу. Так, там у нас битва. Там Curse of Rome. А там какая-то шняга. Давайте туда сходим. Эвнемич читается. Хорошо. Что думаешь насчет сидов? Или ты еще не пробовал их вводить? Я не пробовал. Я смотрел Википедию по сидам. Ну, там некоторые известные уже написаны. И, ну, специальные сиды. Там типа Brown Snake. И я думаю, что у нас в скором времени... Ну как, в скором... не скоро, окей, но будет. Забег по сидам от зрителей. Хм. Вот, то есть человек дает сид, я по нему делаю ран. И смотрим, что из этого получится. Но это, опять же, будет еще, наверное, не скоро, потому что... Надо привыкнуть к игре, надо пройти кучу ачивок сделать, надо пройти за каждого персонажа до... Дайте-ка возьму вот эту штуку. По-моему, Кенсер в этой части удваивает. Не просто увеличивает, а удваивает скорость выстрелов. Your Wizard, о, черт. Сложно попасть просто слезами, а когда у вас еще и эта штука, ужасно. Ждем, пока пройдет. Новая мамочка, нормальное, новое сердце, да, первый раз сложно.
Так, Якубович for free. Только если не ощениться. Потому что у меня есть Holy Shield. Что это? Health Up. А это... Локдаун. Да и ладно, кому оно надо? Нет, ну мне надо, например, для того, чтобы... Для того, чтобы, например, с этими зубами почаще стрелять. Но кому это надо? Ау. Так, это можно и иначе использовать. О, сколько хп. Можно и иначе использовать слезы. С антигравитацией. Так. Хорошо, наверх. Наверх мне... А, меня не пускают. Ладно, бог с ним. Бог с ним, бог с ним, бог с ним. Через большую комнату. Кто у нас тут? Чап. Чап, чап, чабушка, чап. Да, к сожалению, вот этот вот Джемини, он не так карает, как, к примеру, как это делала превосходная Bandage Girl, но тоже неплох. Нет алчности, у тебя нет шансов. Ты можешь попытаться нанести мне урон, ты можешь даже нанести мне урон, но у тебя нет шансов. Полная... Полнюсенькое зеро. Так, ладно, идем дальше. Идем вот сюда. Да, блин, нафига мне столько ключей? Логика игры. Не дать ключи в начале, но просто запичкать их после. Запичкать ими меня. Вот бомба другое дело. Бомба это здорово. Так, оу, кстати, надо здоровье бы собрать. Давай, 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 давай. Так, эту половинку, пожалуй, возьму, я думаю, что мне хватит. It's Alive! Первая битва с Оно Живое, ребята. Первая битва с Оно Живое. Сейчас заюзаем Крампуса. Посмотрим, сколько урона он нанесет. Лютое количество урона. Так, она начинает кидать овно на вентилятор. О, yes. Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь никогда после смерти этой штуки. Так, комната. Все еще в Шиол. А вот теперь я хочу таки... Я таки хочу собрать здоровье. Где оно у меня есть? У меня его нигде нет, по-моему, вообще. Ладно. Давайте в суперсекретку зайдем и пойдем дальше. Первый раз в собор. Мне интересно. О, черное сердце. В Шиоле были, в соборе не были. Первый собор. Вау. Так, там мега рерол. А вот там какой-то босс. Интересно, на что похож собор теперь? Раньше был просто набор боссов. Я у кобальта видел неприятная вещь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну у меня есть Holy Shield, поэтому не страшно. Но мало приятного. А, это похоть. Это всего лишь похоть. Джемми, разберись. Че с такими боссами буду лично сражаться? Привет, Аумезим. Добро пожаловать. А что делает черное сердце? Черное сердце наносит эффект, когда у вас его отнимают. Господи, мысли, куда вы? Мои мысли, мои скакуны, вот они и ускакали, к чертовой матери. Оно, когда у вас его отнимают, полностью появляется эффект книги Некрономикон. Вот, сформулировал таки. И хлебалом.
Хо, что тут? Нет. Пустят? Нет, не пустят. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Очень жаль. Тогда идем вот сюда. Так. Это самые обычные хаунты. Привидения не стра... Не сказал бы, что безопасные, но не страшные, по крайней мере. Так. Ангелочки. Ай, ай. Никто это не исправил. Они все еще спавнятся за вашей спиной. Я думаю, нам налево. Я думаю, нам через сюда. Комбо у меня, конечно, может быть не очень сильное, но я думаю, достаточно дамажное. Я думаю, мы справимся с Айзеком. Кстати, D6. Дайс теперь открывается прохождением собора за вопрос, а не в коем случае не этого самого, не сердца мамы. Так, давай хлебалом, молодец. Я должен был. Я просто должен был. Я не люблю так делать, но я должен был. Так, костяные. Блин, надо как-то учиться смотреть в несколько... Ну как, надо смотреть на всю комнату в целиком. А не на какой-то отдельный участок. Давай, что, единичка. О! Брим! Мне дали бримстоун, ребята, и у меня отобрали полет. Это плохо, но бримстоун, черт побери. У меня отобрали крампуса. А, нет, мне дали шоколадное молоко. О, черт. Что у меня есть? У меня есть куча дамага, но... О мой бог. А, у меня есть какой-то паучок, у меня есть Лил Чап. А, башка этого Макса, бывшая, я все забываю, как она называется. Кастет. Вау. Ну это, видимо, самонаводящиеся белые слезы. Все, босс. Идем к боссу. Айзек. Первый Айзек. Блин, я не записал первого Айзека. Может, потом удастся скачать и склеить, ребят. Что мне с ним делать? Умри! О! Лютая штука. Лютая. Сложная. Чёртова сложная штука. Мать вашу. Вашу мать. Это жесть, ребята. Смотрим заставку. Постараюсь пустить это на YouTube. Кто бы знал. Кто бы, черт возьми, знал. Вау. Потрясающий, потрясающий, сложный босс. Мне нравится его новый паттерн. Наконец-то он делает что-то. Это сложно, но это интересно.